Я хотел бы узнать точную дату рождения моей бабушки, которая родилась в городе Гродно в 1939 году. Бабушки не стало в прошлом году. Хочу указать на памятнике точную дату рождения. Где я могу получить данные сведения? Сведения о рождении, заключении брака, смерти за период до 1945 года вносились в метрические книги культовых учреждений, церквей, костелов, мечетей, синагог в Гродненской области, которые были переданы на хранение в государственное учреждение Национальный исторический архив Беларуси в городе Гродно, которая располагается по адресу город Гродно, улица Господарчая, 21. Сведения за период с 1945 года по настоящее время находятся на хранении в архиве органов ЗАГСа Главного управления юстиции Гродненского облисполкома. Это записи актов гражданского состояния о рождении, смерти, заключении брака, расторжении брака, усыновлении, составленные органами ЗАГСа Гродненской области.